Всем привет, Хускварна 545 RX. Так, что мне здесь сегодня косить? Косить вон ту траву. Да, вон где высокая такая трава. Это там где-то 6 соток. Вот. Вот это косить буду. И еще я покошу сегодня. Сейчас покажу, что я сегодня еще буду косить. Сейчас ворота открою. И вот здесь вот перед забором вот это вот большое. Здесь, наверное, буду работать леской, а там буду работать ножом. В общем, сейчас покажу, как я тут покашу. Yeah.
Друзья, в общем, работаю Husqvarna 545RX, леска Husqvarna, квадрат красная. Ну, короче, валит нормально. Вот видите, какая трава, осока, там крапива, еще вот эти такие плотные, типа конский щавель, что ли, стволы. Трава по пояс, валит нормально, ничего не забивается. Работаю с защитой. Даже не наматывает на редуктор. Все измельчает. Вообще нормально. Главное косить, чтобы производительность была хорошая. Косить надо на скошенный участок, то есть на эту сторону. То есть прошли, скосили и влево опять на скошенную косим. Тогда она тут измельчает, вылетает нормально, разлетается трава и коса не вязнет. То есть косим на скошенный участок. В общем, продолжаю работать и потом перейду уже там под диск тоже на высокую траву. Так, друзья, в общем, закончил. Вот это диском там косил большую траву, а вот там у пруда леской косил, и вот тут еще края леской проходил уже, а там под диск трава высокая, чтобы побыстрее все это сделать, делал диском. В общем, такие дела. В конце уже вот леской доделал. В общем, всем пока. Пишите комментарии.